Следственным отделом Хостинского района возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Установлено, что двое приезжих мужчин 49 и 46 лет причастны к 17 эпизодам квартирных краж в Хостинском и Центральном районах. В квартиры они попадали, выламывая личинку замка. Среди похищенного деньги, ювелирные украшения, бытовая техника, продукты питания и средства личной гигиены. Сумма общего ущерба почти 1 миллион рублей. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемых и при попытке совершения очередной квартирной кражи задержать их с поличным. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ведется следствие.